13 апреля прихожане Свято-Казанского храма города Грязи встречали правящего архиерея нашей епархии архиепископа Липецкого и Илецкого Никона, который совершил литургию прежде священных даров. Эта служба отличается особым покаянным настроением, что так необходимо всем православным верующим в последние дни Великого Поста. Приближается Страстная Седмица, самая строгая неделя перед Пасхой. Это время, когда стоит отложить все наши заботы и устремиться в храм, чтобы оплакивать свои грехи и сердечно соучаствовать страданиям Христа. О последних днях жизни Спасителя и о предопределении Его смерти для всего человечества говорил в своей проповеди владыка Никон. Раньше, когда человек умирал, то душа его сходила в ад. А сейчас, когда плотью человек умирает, душа его, этого человека, если он захотел почитать Бога, исполнять Его заповеди, соблюдать посты, молиться и так далее, идет к Богу в рай. До окончания поста остается совсем немного времени, но у каждого человека еще есть время задуматься о том, а так ли мы провели этот великий пост.